No. Works? Good? Your previous one is... Yes. So far, so good. Так, это... А, нет, это еще первый слой. Не-не-не, это первый, да. Я хочу посмотреть, до какой степени он вообще сможет. Все, можно. Можно что? Или это только первый слой, да? Я пока не понимаю. А шаг, у него предустановленный, он никак не регулируется в процессе печати, да? Какой шаг? Слой? Шаг-слой, да, не регулируется. Это регулируем мы, когда делаем... Но вот он не может в его проге. Угу. Если тут опенсорсную взять, какую-нибудь там Simplify 3D, он бы можно менять. Угу. Есть еще прога, репитер называется. Там можно менять высоту слоя в процессе печати. Ну, только не на самом принтере, а вот в G-коде. Uh-huh. Допустим, нам там надо отпечатать поддержки. Мы ставим здоровый слой. Он допечатывает поддержки. Потом саму деталь начинает печатать уже поверх. Ставим маленький слой, нормально печатает. Так, а можно я поставлю камеру?